скибиди, Женя, квадратик. О, подожди. По трусам. По трусам контролит первый Марсес, после Марсеза Изморский, после Изморского Гламур. Также у хантов есть трапа, тоже подкидывайте замедляющую ледяную трапу, если точнее. Без АОЕ бьем, смотрите с морами, моры вообще не за эти ДКшники, без страфолов, а все аккуратно. Все отбегите пока на доски, первый пойдет гриппать Троянский, после Троянского Вани нету сума. Локах нету. Пошлите за сумантики, для чего они перекнов. Петь, тебе ко входу, да, поставить тотемы? Покажи, Петь, куда им поставить. Да, наверное, справа, возле входа ставь. Давай, пульнешь, я там пойду. Так. Не-не-не, ты поставишь и убежишь в рейд. А потом отворяется. Первый пойдет гриппать Троянский, после Троянского дестроя, потом Юи Апокалипсис, X-Freak, оставляю свой грипп. Если убежит. Сразу Геру будет спул, а также там приппоты, не точно заливая титр кереп. Все должны быть убиты. Не обязательно должны быть метки законтроллены. Две. Выйдите еще также, один сон. Также Сомалийская, запомни, и Марухич, запомните цель печеньку, тоже подконтроливайте печеньку, когда она к нам подбежит. Двигаем на сон. Кого там осталось засумонить? Ваня? Только Ваня? Да. Возможно, сейчас зайдет один человек, там спрашивал продать проходку, одетый. Всем просто шифта, все, и ВК, а не один анут. Таня, есть место? Мы только... Есть, заходи по конвену. Этого босса. Мне запы нужны очень. Тогда Юра уступит тебе. Юра, тебе же не надо, или надо? Я только пришел. Враски точно не надо. Подожди, враски 100% не нужны запы. Вы выйдите еще раз на сум кто-то. Сейчас. Думаю, выйду вообще со стаж. Не-не-не-не-не, так тебе ты вставай, в раски запы есть 100%. Или у тебя тоже? Тоже есть запы, тоже есть. А, ну тогда давай, кому нужнее вам из вас босс? Враска тебе надо? Мне нет. Мне ануб только надо. Ну, бы останешься. Этот... Ладно, ну, чувачи. Уже вышел. Заходи, дама, быстрее. Будем сразу пулять. Кто из вас заходит? Кого смоним? Ваня? Враска. Короче, враска. Ваня уже здесь. Сейчас мы засмоним, когда Ма зайдет, ему там запаны. А ты уже ММР ПБшки или нет еще? Да. Ну, блядь. Он сейчас увидишь топ ДПСера. 100%. Там такой еще да неплохой ДПС вылетает. Ну, посмотри. Я на Саурфанге вчера в десятке дал у 14к. Нихуя себе. Саня, сейчас минутку я переоденусь, я только зашел. Секунд 30. Блядь, ну... Кидайте пока патч, сумоньте. Так ты где? Сам кидай патч. Прими патч, и мы сейчас засумоним, забеги в инст, пойдешь рыбу пожрешь, или бахнемся пока, и ну, пойдем. Пачка сильно хорошая. Тут число как блядь, штука нет, где лодки падают. Не пришли. Тебе сум пришел когда? Смотри, мы там уже мобов если вызвали через аккуратно, не заплыли. Поставить рыбу? Да, ну ты или поставь, у меня нет рыбы. Давайте рыба. Бегите близко, ребят, до вас рыбав достал. Когда мы иди рыбу ешь, мы как раз. Рыбав дадим. Фласки давали? Фласки не выдавали. Выпейте свои дикманские. Все равно сопроты будем перепивать. На нуба. Есть у кого дикманская, кстати, фласка? Дайте, пожалуйста, если есть. Да, Саня, есть. И Санечка, пожалуйста. Сейчас я тебя найду только. Не, мне задали благодарство. А. Также все присты, ой, не присты, маги, ледяной доспех наденьте, чтобы на вас не срывались.
Вот и Дексиона, блядь, зашел. Сука. Ладно, пусть. Идет типа вместо меня, я тоже могу уйти. Тут же не надо мне ничего. Идти сумонить надо, этот, ладно. Давай один. Давайте уже убьем. Да. Готовность на пол. Готовность на пол. Все на доски зайдите. Женька, обнови тотемы там. О, обновил, красав. Полинор, Петя. Петя умер что-то. Петя, Петя здесь стоит. Вон. А, нет, я думал, ты за Пета. За Пета еще здорово волноваться. Петя тут? Петя! Бля, он рыбу не поел. Найти фуребаф. Кашку. Окей. Престобаф они есть. А, что-то не хватает, что-то мало бафов. А масла не хватает. Печь тут? Дексиона, ты тут? Дичи? А как мы без Пети будем, он танк? Тебе надо что-то с босса? С этих? Вот и два лока пришло, вот, блядь, пишем. Эмобой в Дичи? Сатсуна или Майликс, пекайтесь, Ретрика. Ты пойдешь Маня хилить? Я так хилю. Надо что-то с чемпов, Дексиона или Эмобой. Сила Эстаса не падает с этим с чемпов. Окей, тогда пока так пойдем. Но вы вдвоем будете нужны, скорее всего, на нуба хочется максимально хорошую пачку сюда закрыть. Петя, тут? Тут. Пошли пока. О, тут все, будем пулять. На Йоми, 4 кнопки, Полинор. Алина, Илья. Илья, все, все готовы. Обязательно нужно будет раздать контроли. Марсес, нам, возможно, придется подбежать, будет отдать контроли только на фул рендже. Иди, гриппы, Андрюха. Гриппы отдали. Еру дали. Пошли. Марсес, подбеги, контроль отдай на фул рендже. На фул рендже только. И сразу отбегай назад. Грип. Сицуна бабу. Петя умер. Все, упади. Петя умер. Не прохилили его. А кто они там? Что случилось? Так у вас... все там. Ну, 20 человек на протоваре. Это... Ладно, если... Не, так он же просто еще щитом нубским, там брони мало. Или не пошли, раздохли, пошли до Ксиону за смоним. На Йоми давай на замену пока. Да, Ксиону. Да мы за сумоним, можешь не выходить. Ну за смоним. Пусть вот. Коля заодно там спекнется. Не встаем пока, не встаем. Есть у нас еще декатник, другой танк. Ну, что, ты, что ты хочешь сделать? Что ты хочешь сделать, Ваня? Ну, чтобы два танка было. Один танк — это прохладная история. Считаешь, в одного было? Ну, одного ДК. Нет, мы одного танка в одного протвара всегда убивали. Очень плохо. Первого танка. Не знаю. Выходить можно или нет? Там все умерли или нет? Ой, я застал. Не, нормально. Это, Саш, бери, давай им обои вместо меня. Он больше даст. Ну давай, давай. Давай им обои возьмем. Плюс лок будет пополезнее в этом плане, что... У вас есть уже элем, у вас все есть. Я здесь останусь рядом с порталом. Ну, ты можешь пока этот, ты будешь ну, только на нуба нужен, чтобы побыстрее. Я тебе здесь, кричите меня, я пока... Ты там искать будешь ППшки, да? Ну пусть идет. Возможно.
Иди, иди. Так, давай мы бой тоже тогда в рейд вместо скибиди. Так. Женя, Гламур, тебе нужно будет поставить портал, пойти тогда. Ой, не портал, а этот. Понял. Тема. Ты понял. Тотем. Ты кричи. Поставьте Зипса еще по тенниса. Нельзя применить к этой цели. Я запустился. А там... Так что, давай, может, Юи в танк аспектнем, да в два танка убьем. Есть два танка, есть. Трогай их там. Просто мы же всегда в одного танка убиваем. Сейчас не в этом проблема, они прохилили просто. Непонятно почему. Каждый раз убивали. Лопи, доставайте суккуб, опять играем по черепу. Черепу. Квадрат... Квадрат трусы должны быть законтролены. Квадрат первый контролит определенно в трое Дексиона, третье Ону. Трусы контролят Марсес, Ямобой и последний контролит Изморский. Луну изгоняет, Луну изгоняешь тоже Дексиона. Свою суккубу Дексиона отправляешь на крест. Ямобой на печеньку отправляешь. Суккубу. Также сомалийская Марухи, запомните, печеньку тоже будете контролить. За частицами следите, там 7 секунд вара не хилили, естественно, он умрет. Позже начнем с этого. 5, ты можешь вот сюда на выход, сюда отвезти? Потом. Да, давай. Так, и можно нормальные тотемы, а не вот эту залупу выхода? Какие эти тотемы нужны, ты мне скажи? Которые ощущения тотемы нужны. И трепета обязательно. Ощущения, трепета. Жень, Гламур, смотри, ставь тотем от сил природы, тотем очищения, тотем от фира и тотем от льда, ставь и все. Ну да, кстати, вот да, тоже полезен будет. Все. Готовность на пол. Все на доски туда же зайдите. Все то же самое делаем. Сейчас просто уже вот там из этого сдох. Илья Полинов. Значит, Андрюха, ты первый опять грипаешь, в той же последовательности грипаем. Как только сорвались. Суккуб тоже в этот момент отправляете, как только сорвались на танк. Так, maybe второй танк тоже туда пойдет. Да мы всегда, Вань, в одного убивали. Второй танк мешать только будет. Иди и грипай, Андрей. Отдали, я... О, сорвались на нас. Иди контроль трусы, Марсес. Сон, отходи, кайте их в рейд, я похил. Трусы, за контрольте, без АОЕшек. Без АОЕшек. Подбегите, за контрольте печеньку. Дальше играем по трусам. Хуйня, блядь. Все, следующий Дексиона или кто там в квадрате контроль, Диминишин на Хекс, контрольте. Играем по трустам, Хеньку. Только не отбегайте туда к танку, а то сорвутся на нас. Печеньку, квадрат за контроль, печенька стреляет. Хекс, там, торнадо, что-нибудь. Хекс отдал потом. Не сбивайте печеньку. Печеньку снова законтролить. Квадрат следующий. Маша, по-моему, ты контролишь. Ну, блядская ДК, мор изумала. Не зайти, мор вообще. Хорошо, печеньку законтролили. Квадратик. Нормально, там суккуба на квадратике. Дальше играем по квадратику, печеньку контролим. Что я дальше уже иду? Квадратик убили. Изгоните кто-нибудь в Уну. Печенька кастует. Отдал Хекс. Не сбивайте контроль. Хекс кто-то сбил. Бля, снова. Доты. Доты висят. Да не ешьте доты. Матч по контролю печеньку. Я стану сейчас дам печеньку. Да, стану. Дальше убиваем печеньку и вместе с черепом его ешить уже можно будет.
благодаря. Сапсон, иди рейдхиль. Ману поднимешь. Тенька стреляет, с косты сбивайте. Под контроль, эфир там какой-нибудь. Дальше пьем. Печеньку бьем, и можно вместе череп грипните к печеньке и через ауешки уже бить. Трусы по контрольте. Трусы поизгоняйте, что идите рядом. Дальше играем по печеньке и трусы держим. По черепу точнее, и держим рядом трусы. Косты сбивайте только. Пытку на фул запустила. Смотрите, присты, отойдите подальше, чтобы мозги стол готовьте. Сейчас зафиряю всех. Ахиль, 5 шермана, прыгай. Подбеги, масса на фул РНЗ закинь 4 кнопки. Инер. Да, так. Да все равно инер есть. Че, грипните трусы к этому к черепу. Чекай, чуть зауехать, заливать. Жень, что там тот чел, который купить хотел проходку, не пришел? Нет, нет, еще сейчас напишу в Discord. Напиши, типа, за 40 косарей, если купит. Он купит. Он купит. У него денег. Миллиарды. Что еще раз ты говорил? Паш? Этот точно купит за 40 тысяч. Тогда 50 тысяч предлагай. Если да, он богаче. Он богаче, он богаче. Все, предлагай это за 50. Что там за фрик такой? Да это Вейслер, бля. Он миллионер. Полищит, вот это миллионер. А за 100к продадим еще и, блядь, и майки, гуля. Теперь ДКшники, выстроитесь в цепочку. Первый Троянский, потом Дестройер, потом Юи, Апокалипсис и X-Freak. Идите грипните одного милика любого. Нет. По очереди. Грипи, да. Давайте, грипайте все. Шеф. Да он, да он этот. Только смотрите, не танчите лицом крестик, а то он лицо сломает очень быстро. Кайтесь его под ледяной трапе. Кайтесь. Он получается его гриф, хотя он шаг за спину дал. Разбираемся, собственно. Эй, дай дизар какой-нибудь. Варчик. Хан. Перед выстрел химеры. Будь здорова. Зима. Чек. Так, сколько там миликов? 2 милика? Мы просто сами туда пойдем. Да? Погнали, погнали. Давай, репаем. Так не, пошли бить туда, там 2 милика. 2 милика, дайте. Бейте по звездочке, звездочка. Ну, ладно, похуй. Кайси, главное, звезд. Блять, не рога, рога. Мне дал лэдбоф. Дальше кто это сделал? Я могу сказать. Это не я был. У меня 3 минуты еще КД. Да они не рафанули, ты просто на нас гир посмотри. Ой, Ваня, вагон, бля. Да, понерфили, блядь. Да не нерфили, столько же хп, просто на наш гир посмотри. Только что новость вышла, нерф. Да? Ну, у них вроде всегда по 8 миллионов хп где-то было, сейчас 6. Еще не вышел нерф. В ближайшем обновлении. Так обновление было. Только что ребутали серв пару, ну, час назад буквально. А написали только что. А зачем по нерфили так же просто? Ну ладно. Ну, потому что оно бы убить не могут. Чтобы меня не писали, писать закрыли наконец-то. Так они как не могли, так и не смогут.
Блокеры, если нет. Лучше бы они Т4, блядь, уже взяли для ДК нормально. В смысле, они полностью всех этих возов не фанули? Лучше бы Карухэм понерфили. Да, в среднем на 12-15%. Так, из 5 секундочек, ребят, надо спросить. Тебе Женя Баунс писал? Этот телек? Нет. Другой мне писал. Вейслер, блядь, это Вейслер. Какой здесь? Да тут я тут, Маша. Бля, можешь ты говорить забрать? А, весь я тут? Даже не падает. Да, я тут. Ну чё ты? Не, бля, то, что ты предлагаешь, много. Я столько не потяну. Да, интересно. Предложить. Да ладно, личку напишите. Холодную карту ты ж собираешь. Напиши определенно в личку, спросите, как уже договоритесь. Нет, сколько ты предлагаешь? Ну сколько вот сколько хочешь купить? Не, я просто думал, продать. Просто типа, если будет варик, типа влететь. Не, варика не будет, свои все есть даже с запасом, скажем так. Этот. Берите все темную. Ладно, потом решим. Сейчас я еще один момент уточню. Если... Сань, ты видел 18к в пике? Так, ладно, сейчас давай не этим. Коля, давай в танка. Сомалийский в танка. Марухич, Полинор, хилов, Мавар хил. 4 кнопки хил, Маша хил. Так, это получается Дестройер, Юи, Сомалийский, Петя. 4 танка, все. Отлично. О, нифига себе. Короче, за 30к могу продать без возможности сырого шмота. Если хочешь, давай, проходка. И... Там решай. Короче, мы сейчас чемпов убьем дальше. Берите все танки. Юи танчит... Двух валик, Дестройер ловит сферки слева, Фитти ловит сферки справа, Сомалийская ловит сферки сзади. Ни одна белая сферка не должна взлететь. Вы всегда ловите противоположные сферки. Все играем по светлой с темным дебафом. Ставлю рыбу, там кто сдыхал. Будем запускать. А, у меня рыбы нет. Поставьте рыбу. Нет, поставлю. Купите рыбку. Найдите их кто-то, пожалуйста. Сидят тут своими еще аурами, мол, то, что кто-то жив. Оно, Полинор, свалите с рыбы. Так, ребята, встаньте все в один фрейм обязательно, чтобы было меньше вероятность залетания у нас сверки. Не проще было ловить танком. Сразу никто не врываетесь, дайте набрать агро. Играйте точечно, следите также за своим агром. Два ханта, напулите темную в Юи, потом заберете темную и... будете также быть с нами. Кадама и Ренессанс берите пока светлую. Готовность на пол. Юра, апокалипсис. Юра. 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 Леня, станьте кучнее. Чего вы так рассосались? Кучнее. Сейчас закинем это. Все, ты готовый, Коля, просто беги без БДБМа, блин. Пока босса никто не бьет. Пока не подведут. Все, играем по светлой. Бурсты не тратьте пока. Дексиона, смотри за агром своим. Скоро будет спецспособность, приготовьте. Черный меня ловите, пожалуйста. Взяли светлую и сыграли по темной. Геру дайте.
танки сейчас ловят темные, противоположные. Как сбили. Прохили рейд, побежим, по пути не ловим темные. Перебежали. Смотрите аккуратно. Тоже так же кучно стали, играем все по темной. Кучнее, кучнее, ребят. Слишком высосались. Следующая спецспособность через 14. 9. Приготовились. Взяли темную, играем по светлой. Бурсты отдали. Машка Берни Эмобоя. Эмобой сразу темную берет. Таз сбили. Давай, Эмобой, вставай. Ну, Машка. Перебегаем. Перебегаем, перебегаем, да. Мерсес, точнее. Нет, забагалось. Тихо-тихо, по пути светлого не ловим, ребята. Так, сейчас будет два коста ауешных. Следующий на билд. Приготовились. Темная воронка, продолжаем бить танки. Прожмитесь, мастера урн, на огонь нажмите. Все, дальше будет светлый ауешный каст. Ой, сейчас был светлый. Или темный был? Темный. Чего? Значит, дальше светлый ауешный каст. Танки, приготовьте, скоро мы будем менять цвет, вы будете ловить темные. Все, приготовились все поменять цвет. Поменяли цвет. Все играем по темной. Танки ловят темные тоже. Прожмите и мастер аур на огонь. Наверное, не хватит урона перевести. Прохилили. По пути не ловим темные, это рейды касается, и перебежали все. Забери, забери, Коля. Ты тоже цвет, если что, меняй тебя. Цветовая воронка, продолжаем бить танки, прыгните. Слушай, не одинаковый. Сусок, блядь. А у меня я первый. И ДПС, блядь. Сацуны первый. Я первый. Я по урону. Сацуны первый, что ты там стираешь? Я первый. И по ДПС на сотку Сосуны. Троянский первый. У меня, бля, первый. Сосуны намного, намного больше, он первый, типа. О, выпал! 23 тысячи, у Акати 21. А при чем здесь Акати? Мы с Троянским. Смотри, выпал. Даже шаман надамажил. Не то, что вы. Это я еще без бэтика своего, понимаете? Короче, надамажили всех, кроме Апокала, блядь. Потому что ты уже не мой мальчик. Короче. А ничего, его сейчас сделают в БДК. Покупаешь проход, куда нет? Ну похуй, давай. Все равно на этом давай. Уже никуда не успею. Такие позорки на локах и варах. 30 к без возможности рола. Да, давай. Женя, заходи. Женя, заходи. Коля, прыгай. Мне кем быть? Подожди, сорян. Наверное, сегодня не получится продать, потому что у нас не факт шоу-блокера получится долго. Много трав сделать, если не получится, то чтобы тебе не повесить. Погоди, а если Ваня зайдет, я напала. Ваня не зайдет, потому что у него КД. У меня все три спека, если что, есть. 250. Ну, там, ты понимаешь, там блокер нужен. А наш блокер... скажем так, нет возможности много трафика не делать. Поэтому лучше не буду. Ну, бля, второй вариант, если не успеем вернуть бабки, но КД как бы останется. Ну, если согласен. Я КД уже не успею, как бы, на этой неделе поймать.
25. Ну давай, 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 я верну бабки тебе, если что. Так, хорошо, тогда, тогда Женя, заходи, Марухи, Члону, Полинор, Мавар, 4 кнопки скибиди в хилах. Хилах. Паш, пойдешь на замену, окей? Ну давай. Или, подожди, ты нормально шкили? Можно ну, Марта, нормально. Марта, хорошо. Надо что-то с этого босса? Хорошо. Все, иди, Маша, ты на замену тогда. На Мальдийске останется как игрушка. Женя в рейд, получается, тоже. Так, Коля, прыгай в ДДшника. Коля, прыгай в ДДшника. Я в ЛФГ плюсую. Угу. Вейслер, да? Угу. Так. Слышь, одну минуту убил, ты ролить не будешь? Ну, так сказать, тебя, он не будет играть. Он... У тебя какие спеки? Все. Все это какие? Сова, кот, что там? Мишка, сова, дру. Ну, эрдру. Давай сова тогда. Коля, Коля или X-Freak, нужны какие-то шмотки с этого босса? Коля, который Юи. Окей, давай тогда X-Freak на замену. Враска, тебе шмотки нужны были, да? Да. Я могу на замену. Не, давай три ханта на всякий случай оставим, чтобы было попроще. Да. Давай тогда и Коля тоже ты на замену. Вдвоем. Кто еще не взял сопроты, берите. Шкаф поставьте. Шнурки пришла. Так, я пока за телефон сбегаю. Сейчас приду. А кто на разгляд сопротов? Марсес, тебе надо что-то с этого босса? Давай тоже ты на замену, шнурки в рейд. Пачка сильнее была. Все, смойте всех, сопротики. Сань, начисли, зачем бы вы завывали? Я начислил, я за всех сразу начислил. Я не кидал, потом разрабатывал. Кому за запротами этот рейд кидает? Дестроер Лау и там еще кто-нибудь пришлось, да. Что-то рыба китайская стоит. Да, ассист, поставь на меня метку, я раздам. Это сам поставь, я сейчас ветер, он нам поможет. Так. Квадратику обмен за сопротами. А что, рыбу сопроты делать? Берите. Стоп, рыбу. Обязательно. Я рыбку. Не могу тыкнуть эту рыбу. Мать, я еще одну поставлю. Подожди, Ари, подожди. Да у меня, если что, своя хавка есть. Не, нормально, нормально. Этот, кидай в эфир обмен, если не убьем, я тебе бабки верну. Ну окей, еще. У кого сопроты воровать? Четыре кнопки, квадратик, и не у печеньки. Так, вот и теперь. Еще. Нет. Все остальные, в принципе. Так, теперь Серега и Вейсер, все остальные, в принципе, знают, что делать. Смотри, Серега, ты босса танчишь вот здесь, вот сейчас печеньку, в принципе, я поставлю. Вот, печеньки танчишь. Пуляешь босса по слову пул, не раньше, потому что там тайминги пойдут у Пети. Босса никуда не водишь, просто его танчишь в этом месте. Mm-hmm. Босс, выходит две пачки мобов, ануб зарывается. Ануб зарывается, выбегаешь в центр. Выбегаешь в центр. Выбирается какая-то цель. Цель, которая выбралась, бежит в ромб. В ромбе будет разбита сферка. Разбита сферка, становимся перед сферкой. Становимся перед сферкой. Вас закинут боб. Ждете, не заходите только на сферку. Ждете 2 секунды окончания боба. 2 секунды окончания боба, забегаете на сферку. Это если тебя выбрало. Если тебя не выбрало, Серега, в качестве цели, твоя задача будет грипнуть какую-нибудь сферку, как ближайшую в район квадратика, и разбить ее там. И потом просто идти и подбивать мобов. Только мобов, смотри, больших ни в коем случае не переагри, они тебя сразу шотнут. С одной пули. То есть ты просто лужу там какие-нибудь закинь, и мелких подгрипывай и так далее. То есть больших старайся не трогать, чтобы они на тебя не переагрились. То же самое Вейсер тебя касается. Выбегаешь в центр, когда ануб закопался. Дальше, если тебя выбрало в качестве цели, бежишь в ромб. Становишься перед лужей, на нее не заходишь. Ждешь 2 секунды окончания боба. Старфол вообще в этом бое не играет. Я тактику знаю. Да.
Ждешь 2 секунды окончания боба, забегаешь на сферку. Первую сферку мы развиваем в ромбике, вторую сферку мы развиваем в квадратике. То есть второй человек, которого выбирает Ануб, забегает в квадратик. Тоже не на сферку, рядом возле сферки. Ждет, закидывают пока боб. Закинули боб, 2 секунды окончания боба, забегают, разбивают сферку. Весь остальной рейд, я на себя сейчас трусы поставлю, будет примерно вот здесь в этот момент стоять, когда разбиваем квадратик. Разбился квадратик, выбирается третья цель. Третья цель просто должна будет раскаять Ануба. Далее Ануб выкапывается, Серега, ты его забираешь на себя и снова идешь, ставишь его в печеньку. Держишь его в печеньке. То же самое, 2 пачки мобов, он закапывается. То же самое, выбегаем в центр, если тебя выбрался в качестве цели, бежишь в ромб, если не выбрался, идешь, разбиваешь, грипаешь, точнее, сверху в квадратике. Второй раз, возможно, сверка будет не строго в квадратике, где-нибудь вот здесь, допустим, летать. Твоя просто задача максимально далеко вот здесь грипнуть, то есть к этому краю. Вот. Получается, грипаешь, то же самое, первая сферка на второй закопке ромб, вторая сферка квадрат, третий человек просто уводит Ануба. Потом Ануб выкапывается, ты становишь его в печеньку, и все, и мы просто его бьем. Все заходят под жопу, и мы убиваем тупо Ануба, там чисто бьем его, больше ничего не делаем. Далее, по напулам, Ренессанс враска справа напуливают, Кадама слева мобов. А может, Кадама на сыне? Нет. Ну ладно. Далее. Первый боб пойдет, закинет 4 кнопки, второй боб будет от Мейлика. Третий боб побежит, закинет в Акати, четвертый боб от Сосуны будет. Это все. По сейвам у нас айсбаунда нет, поэтому будет только отвальный сейв. Несколько когда дать. Засумайте гламура, рыбу уже ставили, да? Че меня самой? Перепейте все сапроты. Вань, дай обмен, пожалуйста, на сапрот тоже. А сапроты сразу или можно на третьей фазе? Ну, на если фазе... ты выпьешь, меня уже дали. Если выпьешь, ну, если сарис как пить, можешь выпить на третью фазу. Припоты на первой секунде нажимаем, а на третьей фазе. Готовность на пол. Старфолу сразу выберите, пожалуйста, вообще все. Да, старфолу не юзаете. Смотрите тоже с морами аккуратно, чтобы лишние сферки не собьете. Собьете лишнюю сферку, это может быть вайп. Где-то в другом месте. Также план действий, если выбирается в качестве цели хики. Если выбрался в качестве цели хики первый раз, все от него отбегают. Троянский знает, что дальше делать. Как только разобьется сферка, пойдешь сразу грипнуть ему сферку. Также на третьей фазе, точнее на фазе закопки, забудьте про напулы. Никто напулы не отдает. Все, все готовы были. Даю пул. Серега, по слову пул, пуляешь. Когда мы анонсим мобов, не вижу, когда мобы выходят. Блять. Галя, сальву закиньте. Я уже кинул. Давай на первой фазе враска останься на пул дестройера, давай. Когда мы ренессанс по напулу вот. Сливает. Дай мне этот. Сейчас прилив дам. Жуки 20. С киви вылетело с игры. Да вылетел, Женя, ты? Да. Ну, попробуем убить. 5 хилов. Ладно. Кашка, АПС. Жуки 6 секунд. Также напоминаю, приоритетом всегда мелкие мобы. Мелкие мобы вешают стаки, стаки очень больно бьют. Большие так сдохнут. Также когда будем заливать мобов, это тебя касается вейсер, на уже зади, моб идет в вейв один. Сейчас МПС, где? Их уже поздно, ладно. Да, я просто не понял, фудят. Нормально, ничего страшного, урона более чем достаточно. Все, выбежали в центр, ждем, пока выберется цель. Самодейский побежал. Вместе с Сомалийским первые 4 кнопки. Все остальные забежали на крест, Серега грипнет сферу. Все, уже одна есть сфера разбита, не трогай, Серега. Разбили. Вон, там это еще кто-то разобьет сферу минусом и ЕП. Да, должен быть урон по сферам у меня только и у этого. И у Стройера.
А пока лоб. Также все ДД играют в приоритете по скоробеям. Большие сами сдохнут. Все. Разбейте эту сферу. Третий человек, которого выберет, отбегите все от этой сферы. Отбегите все от этой сферы. Амобой, забеги на эту сферу. Амобой, куда ты побежал? Забеги на сферу, блядь. Я не забыл. На ней потанчи. Я все так же босса напуливаю, да? Да, ты пока босса напуливай в дестройера. Ты будешь только на третьей фазе напуливать. Помогать. Больших, мелких добейте. Так, вверх. Следите за этим. 20 секунд. Эта сфера может нас вайпнуть. Эту сферу нужно будет разбить потом обязательно. На закопке. Жуки 9. Сейчас сделаю вот так. Вот две сферы лежит, видишь? У меня сильно не надеюсь. Серега, тебе там на третьей фазе нужно будет босса правее от тебя потом держать. Пока так держи, потом правее будешь держать. Я потом покажу, куда идти. От него правее? От него правее, да. Ближе к кресту. Может, ты видишь, где Петя держит моба? Выбежали все в центр. Ты можешь перевести их. После стану только. Ренессанс побежал. Убрать это. И этот в Акате. Мне сейчас... Да разбегите же с этих... Вы чё, блядь? Разбей там сферку, Серега, в районе квадрата, вон летает. Сова, играй по мелким, пожалуйста. Эти мобы сами сдохли. Да, будет бомб? Да, нет, быстрее. Нет. Че сдох, я же зашел какой-то. Я так полагаю, вот. Старфол уже можно юзать. Да. Да. Бегите, сразу бегите. И боб закиньте. На вакансии КД. Так боб же есть еще один, че вы? Две минуты выдержать. Идите вы БРните его. И троянского БР из Морски. В Акате, да. В Акате. Окей. Даю БР в Акате. Жуков речь. Бейте тре. На пульте мобл больше. Все, все под жопу зашли. Капец, вы стаков налатали. Так, потому что РДДшки не бьют мобов. Саня закинет в полёне зубы, потому что он склеится. Да-да-да. На третьей фазе закинет. Жуки 6 секунд. Дэма сил природы, Геру отдали. Все, отдавайте жукам. Ваня, давай массакру. Повесите кто-нибудь минус хил из хантов один на нуба. Давай, Винсанс, ты. Войд, приготовься гимн на хп нажимать. Вейсера прохильте. Мог не так. Верните. Иди. Так, БР свободный у Сомалийского должен быть. Блять, Полинор, вставай. Римарухич, вставай. Войд, змей, гимн на хп. Иди, Сомалийский, отдай БР по Винсансу. Свои прожимки не забывайте отдавать. Саня, нажми гимн на хп. Я должен. Поднимал. Сора. Да козыленку пока, да. Моб в рейде. Что с большим? Браска на пуль в левую сторону. А, понял. Еще эфир, дайте еще эфир. Моб еще один в рейде. Все мобы. Падай. Женя, заходи. Да, просто ну, минус хуй улетел. Этот...
Галя, прыгни в армса, пожалуйста. И три ханта тупо на полами занимается. Во-первых, не худите, лишним будет. Во-вторых, сейчас кто сверху собьет, сразу не будет. Отдавай. Галя не будет в армса спекаться. Что надо будет срывать пока, да. Леня, есть армс? Похер, что будешь меньше урона давать. Прыгай в армса, если есть. Давай в армса спекаться. Давай, давай. Ну, у меня повышенный армс там билд. Похер. Урона у нас более чем достаточно. Главное, чтобы был минус в хил талант. Ну, не талант, а смертельный. Враска на первой фазе до второй фазы отдаешь на пулы в дестройеру, а потом помогаешь быков напуливать в печь. Жень, заходи. Женя, тут? А, он напишет, перезагрузит комп и заходит. 56 секунд. Ну, сейчас проще будет, еще плюс один килл добавится. Сейчас не в хиле проблема была. Что-то большие вообще просто бегали, ну. В нем тоже два этих ханта упало. И вот тебе и проблема сразу стала с больших. Давай, этот Полинор, Илья, ты будешь на хантах. Они все находятся в четвертой пати. Твой приоритет хантов прохиливать, и Санька, ты тоже их считаешь, там зубы закидываешь. Да, так же. Приоритетом всегда мелкий трэш, небольшой. Большой сам сдохнет. Играйте все по мелкому трэшу, чтобы много стаков не набиралось. Стаки очень больно бьют. Очень больно. Особенно, когда начинается третья фаза. Тут, кстати, поэтому... обычно мы хилили. Я на ДЦ уходил на третий-четвертый план сразу. А тут на первом месте никто и не перегнал. Ладно, давай по-другому сделаем. Санька, ты давай в хила. Экзамен не сдать. Будет немножко проще 2-2 массы кры в этом плане. Давай я лучше сверху. Он больше. Давай. Ну давай. Давай наоборот. И этот... И Марсес давай в рейд. Ставьте кап. Не ждать никого. Можно огурчиков? Также Вейслер. На второй фазе приоритетом небольшие. Точнее, не второй фазе, когда закапывается. Приоритетом мелкие. По мелким играем через ГУЕшку. Ешь рыбу, Марсес, и погнали. Также следите. Вот сейчас сферу вообще херово сбили. Это первый момент. Второй момент. Следите, как идут шипы. Сейчас половина людей словила шипы, когда шло. Шоу, ну.